дорогие друзья, а мы вышли погулять. Смотрите, какая у нас сегодня погодка. Прелесть. Какое чудо. Смотрите, какое солнышко. Прекрасная погодка. Ну, конечно, жары особой нету, но это и не важно. Главное, что солнышко есть. А это уже большой плюс. В последнее время-то мы давно уже солнышко такого не видели, такой хорошей погодки. Поэтому мы решили пойти погулять, пока дождик притих. Не знаю, сидят они там, эти синоптики. Наверное, в окно им выглянуть некогда. И они пишут, что прямо сейчас у нас идет дождик. Ну вот, такие они у нас синоптики. А у нас никакого дождика нет, поэтому мы идем гулять, посмотреть, что тут изменилось в нашем лесу. Мы здесь уже давным-давно не были. Господи, а тут такая прелесть. Хочется все это увидеть. Соскучились по лесу. Ну и вас возьмем с собой. А у нас сейчас такая погода хорошая, так тепло и хорошо, что просто не верится, что еще после такой погоды может быть прохладно. Прям... вот прям настоящая летняя такая, особенно вот выходишь на солнышко, он так пригревает, так тепло-тепло, хорошо. Вообще, даже не верится, что может еще что-то быть холодное. А смотрите, какая крапивища у нас выросла. Представляете? Вот я стою, она мне по пояс. Вот такие вот прошли сильные дожди, и она прям поднялась, вообще растет, красота какая. Ну ладно, природе тоже надо. У нас есть косули здесь. Им надо травки. Поэтому дождик все хорошо поливает. Значит, хорошая травка. Значит, косулям есть чего покушать. А это тоже хорошо. А сад-то у нас почти отцвел. Посмотрите. Вот остались последние поздние сорта яблочек. А остальное все уже отцвело. Быстренько. Ой, даже айва уже процвела. А мы даже не захватили ее, потому что дожди были, и мы не приходили сюда. Вот это вот маленькое деревце, это и есть айва. И она уже отцвела. Быстренько. Вот с дождями с этими не выходили в наш лес. И не были в саду. А трава здесь какая огромная, высокая, посмотрите. Вообще, вот это да. Ну, а мы шли-шли и решили присесть на лавочку, отдохнуть немножечко. Сегодня погода хорошая, 16 градусов у нас, тепло, отлично. Шли сейчас, смотрим, травка похожая на чеснок. Я вообще-то, конечно, никогда не видела дикий чеснок. Даже не представляю, что это такое. Ну, попробовала вырвать, хочу вам показать. Может быть, кто-то знает, на самом деле это чеснок или нет. Посмотрите вот. Так вот, смотрите-ка. На чеснок похож. И вообще, мне просто интересно. А едят его дикий чеснок? Вообще делают с ним что-нибудь? Первый раз в жизни вижу такое. Вот черемшу, конечно, я знаю. А это вообще впервые в жизни. А пахнет он чесноком. Такой тонкий-тонкий запах чеснока. Ну вот, не знаю. А мы тут не одни. Ребятня тоже уселись. Тут еще напротив еще одна лавочка есть хорошая. Люди ходят, гуляют так хорошо. Сегодня прям вообще... У нас сегодня Вознесение, праздник, ничто нигде не работает, выходной день, поэтому, ну так люди гуляют хорошо, молодцы, не сидят дома в праздничный день, дышат свежим воздухом, даже он женщина с палочками идет прям, ну вот. А вон там вдалеке цветет рапс.
лимонное поле такое. А смотрите, какие красивые облака сегодня. Ой, такое небушко. Не знаю, слышно вам, как поют птички? Просто вообще супер. Так здорово. Вот немножечко приблизила вам, чтобы было хорошо видно, какое красивое поле. Смотрите, какие облака. Ой, просто вообще чудо какое-то. Интересные такие всякие. Вообще. Сегодня такой день хороший. Прекрасный просто. И я решила вам немножко поснимать. Вот какая здесь лавочка. Сюда можно приехать на велосипедах. Взять с собой рюкзачок, постелашечку. И можно здесь хорошо отдохнуть. Сейчас ребятишки здесь достали что-то съестное из своих закромов. Они на великах, самокатиках сели, покушали здесь и поехали дальше. Ну, а тут, конечно, как обычно, везде у нас и тут тоже сады. Куда ни пойдешь, в какую сторону ни пойдешь, везде сады. А полянки, смотрите, какие. Ой, прелесть вообще. Все кругом зелененькое. Цветочки. Настоящая летняя погода. Отличная. Вышли, вроде бы как-то немножко пасмурно было. Но я подумала, думаю, наверное, на улке прохладно. Что-то не вышло, не посмотрела, какая здесь погода. Ну так вот там на лавочке сели, там открытая местность, так ветерок немножко прохладно. А так вот просто на полянке вот здесь вообще такое чудо, такая погода хорошая. И вот так вот я раздетая, прям вообще отлично. Сейчас вот солнышко, когда выглядывает, я свою эту накидываю на голову и закрываюсь от него, прям сильно печет. А так вообще отлично. Ну и, конечно, тут у нас вон какие яблоньки цветут, как всегда. Вот интересно, зачем столько садов люди насадили? Никто ими не пользуется, ничего. И везде эти и яблоки, и груши, и сливы. Прям я удивляюсь, чего здесь только нету. Вот единственное, чего нету, это абрикосов. Вот абрикосы я очень-очень люблю. Я бы вот абрикосы бы с удовольствием бы поела. Но абрикосы здесь почему-то не садят. Странно. Ну, а здесь вот уже ягодки тоже завязываются, как в нашем ближайшем саду. Так, не видно. Вот так вот. В общем, уже все завязывается. В общем, летняя погодка. А вот это уже груши так завязываются. Представляете? Еще середина только мая доходит, а уже маленькие груши есть на деревьях. А еще хотела вам показать. Посмотрите, какие огромные поляны. И это все клубничка цветет. Ну, не знаю, или как это называется. Лесная, наверное, это земляника. Ну, в общем, земляничка цветет везде. Интересно так. Ну, не знаю, вам, может быть, это и не интересно. Но нам, городским жителям, это очень интересно. Потому что в Берлине у нас такого не было нигде. Мы такого не видели. В общем, за много лет, пока жили в Берлине, от всего этого деревенского отвыкли. Ничего этого не видели, ничего не знали. И сейчас все нам интересно. Мы ходим и все это любуемся этой красотой. Ну, в общем, друзья, на этой ноте будем заканчивать с вами наше видео. Я вам желаю отличного весеннего настроения. Пусть у вас все будет хорошо. И, конечно же, крепкое здоровье. Это самое важное. Всего вам доброго, друзья. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы вас все ждем и всегда вам всем очень-очень рады. Пока-пока!